Виновники торжества – сотрудники всех силовых структур – полиция, ФСБ, судебные приставы, спасатели и, конечно же, военные. Фраза есть такая – профессия Родину защищать – точно про них. День защитников Отечества – праздник тех, кто обеспечивает безопасность мирного населения. В Большом зале театра от звезд на погонах и множество наград стало светлее. Для многих подобные торжественные вечера – лучший повод встретиться с друзьями, вспомнить о тех, кого уже нет рядом. Память офицеров, погибших при исполнении служебного долга, почтили минуты молчания. Своих героев Чувашия теряла во многих военных конфликтах – в Афганистане, Чечне, Дагестане. Особые слова благодарности сегодня звучали в адрес ветеранов. На их примерах воспитана не одна тысяча достойных солдат. Каждый год республика отправляет новобранцев в элитный президентский полк. И этот факт говорит сам за себя. У нас востребованы наши ребята. Почему? Потому что не каждый регион похвастается тем, что ребята служат в Кремлевском полку. А у нас стабильно, ежегодно по 15 человек служат там. И приходят самыми лучшими характеристиками. Ну и на сегодняшний день государственная идеологическая такая программа направлена на то, чтобы воспитать молодое поколение в таком военно-патриотическом воспитании. Создается для этого определенная среда, и былая слава защитника Отечества, она на сегодняшний день восстанавливается. Почетные награды сегодня вручали тем, кто воспитывает молодых в духе патриотизма. Благодарности и почетные грамоты получили начальники районных комиссариатов, ветераны военной службы. Благодаря их работе Чуваши удается выполнять поставленный Генштабом план по призыву. Служить в армии стало престижно. С каждым годом в республике становится все меньше уклонистов. Желающих стало гораздо больше и больше и больше. И это, видимо, скорее всего, то, что у нас один год службы. И то, что сейчас ребят мужского пола уже работа, особенно на госслужбу, уже не берут без службы военной. Поэтому должен еще раз отметить, что желающих служить больше и больше ребят стало гораздо больше.